Меня очень часто спрашивают, что такое ретрит. Такое иностранное слово, которое мы не привыкли. Но в советское время это просто называлось переподготовка. Для нас каждый раз переподготовка. Когда мы читаем Слово Божие, когда мы исследуем его, когда мы уходим от суеты, когда мы отходим от передовой и имеем отношение с Богом, где Он нас снабжает своим словом, где Он наделяет нас видением. И в этот раз мы также делаем этот ретрит. Мы уходим от передовой на 3 дня. Я призываю вас поехать со мной туда, в Маяки, с 10 по 13 число. При всем этом я верю, что будет очень хорошо. Время, когда Бог будет нас снабжать своим словом и делать нас сильными. Наша брань не против плоти и крови, но против духов земли поднебесной. Поэтому оденьте во все оружие, возьмите во все оружие Божие. Это время будет восстановление личного жертвенника с Господом. Я призываю вас к этому. У нас будут прекрасные гости, проповедники, учителя, команды, которые приезжают служить прославлением. Мы считаем, что несколько часов подряд прославить Бога – это будет прекрасным временем. И услышать слово, которое будет уникальным. И пастор Олен будет с нами. Будет также у нас и Керри Кирквуд. У нас будет Роджер и также Тано. Это наши друзья, которые приедут, будут служить нам. И многие служители, которые приедут из Киева, Винницы, Кишинева, Хмельницкого, Одессы, Ильичевска, Львова и других мест, мы просто просим, приходите к нам. Мы увидим, что Бог благ.